Всем привет! В продаже у нас появился автомобиль Renault Kaleos 2019 года выпуска. Автомобиль один владелец, местный автомобиль, дилерский, самая максимальная комплектация. Очень хорошее оснащение, LED-оптика. Автомобиль оклеен в бронепленку по стойке. Здесь люк забронирован, здесь панорамная крыша, стекла все оригинальные, есть сигнализация с автозапуском, GSM модуль, там есть парктроники в круг. Автомобиль обслуживался официального дилера, решетка, защищающая радиатор. Хорошая зимняя резина Goodyear, все шипы на месте. Размерность здесь идет 18. Дополнительно установлены пороги. Здесь ключевой доступ. Здесь пороги также забронированы. Накладки пластиковые забронированы. Вот эти места, которые часто царапаются, также защищены. Музыка Базе. Полный комплект ключей. Сиденье в идеальном состоянии. Электроручник. Двигатель здесь 2.5 бензин. Есть также круиз-контроль. Двухзонный климат-контроль. Такая вот аудиосистема, подогрев, вентиляция сидений, подогрев. Все работает. Эко-режим, автоматическая парковка, запуск с кнопки, мультируль. Управление на руле, пробега 25 тысяч километров. Зеркало с автозатемнением. Естественно, ГЛОНАСС. Куда без него в наши дни. Здесь все отлично. Система слепых зон. Ручки также защищены. Сзади пороги также забронированы. Здесь защита от детей, как говорится, чтобы никто ничего не закоцал. Там все в идеале. Обдув задних пассажиров. Два USB, розетка на 12 вольт. Задние подголовники в пленке до сих пор. Здесь места ремень прячется, чтобы он не болтался. Здесь забронирован лючок бензобака. Автомобиля полный привод. Коробка, здесь вариатор. Камера заднего вида. Оптика здесь диодная. Электропривод багажника. Шторка, все на месте. Сидушки складываются, но сейчас складывать не буду. Коврик дополнительный. Здесь всех запасков. И вся утварь. Сабвуфер Базе. Здесь также все защищено.
качественный электропакет, блокировка зеркал, точнее стекол, регулировка зеркал, электроскладывание, электропривод сидений. Здесь подогрев руля, кнопка открытия багажника, управление приводом, авто, блокировка принудительная и передний привод. Выключение системы стабилизации, датчик света, датчик дождя и так далее. Вот эта часть тоже защищена пленкой, чтобы ничего не царапалось. Экран также защищен пленкой. В общем, автомобиль в идеальном состоянии. Кто приедет его смотреть, тот его и купит сразу. Он как новый. Приезжайте, осматривайте автомобиль, он вам обязательно понравится.